Добрый день, милые дамы, уважаемые господа. С вами Светлана Амельян, соавтор проекта «Избави Зальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Совсем скоро, через несколько дней, начнется наш новый вязальный марафон «Полет стрижа». Как и все наши вязальные марафоны, это марафон «Интрига». Изделие уже связано, и мы в очередной раз радуемся тому, насколько оно получилось необычным и неожиданным. И только те, кто будут с нами идти последовательно, смогут дойти до конца и понять, как оно вяжется, потому что по внешнему виду совершенно невозможно определить, каким способом получается такое изделие, которое очень аккуратно сидит на фигуре и имеет совершенно необычную, неизбитую форму. Поэтому, если вы все еще раздумываете, идти на марафон или не идти, принимайте решение быстрее, потому что после его начала присоединиться можно будет только платно. Для участия вам понадобится всего лишь наличие аккаунта ВКонтакте, так как вы будете самостоятельно выкладывать свои отчеты, и почта Google, на которую я высылаю задания персонально каждому. Вязание этого изделия проходит на одной фантуре, поэтому какая бы вязальная машина у вас не была, у вас точно получится. Вязать мы будем в мини-размере на нашу постоянную модель, куклу, которая демонстрирует все наши оригинальные фасоны, и вы, провязав в мини-формате, сможете понять, как связать это изделие на себя, потому что заключительным уроком марафона, тем, кто свяжет изделие на нашу куклу, мы дадим описание выкройки, как это сделать на себя. Присоединяйтесь, потому что, если вы пропустите это изделие, вы потом будете долго жалеть. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Избави Зальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.